Сегодня такое сложно представить. Это кажется чем-то абсурдным. Крестьяне против картофеля. Бунтовщики обратили свой гнев на представителей власти на местах и сельское духовенство. Правда ли, что правительству пришлось пойти на хитрости, чтобы в России начали выращивать новую сельхозкультуру? Днем картофельные поля охраняли, а на ночь охрану снимали. И действительно ли картофель прижился только когда выяснилось, что из него можно гнать спирт? Картофель стал стоить дешевле хлеба. Винокуренные заводы перешли на новый источник сырья. Не факт. В субботу в 15:10.